Вот так, сегодня Слава вторник. Отцу и Сыну и Святому 11. Духу, и ныне и пред... 11 декабря. Вот она, рукой машет. Володя уже был на улице, мороз уже, воды принес. Бог, сегодня лепешки стряпать поехал. Это Игорь Дебунов за ним. У Игоря он там будет. Все. И научил Игоря быстро уезжать. А то обычно сядет и сидит тут, не дождешься, когда поедут. О, так. Еще что-то. Ведерко с мукой, наверное. С мукой, а можно ударение на первый сделать с мукой. Вон где. Это вот у нас дом. Этот вход в дом. Это туда идти. Попутно показать. Так, все. Закрыл. Там что-то на полу теперь берет. Это с собой. Нет, не с собой. Что-то назад. Это куда же он его? Мимо. Да бегом бежит. Это дай-ка сюда обратно. А если придет, то откроет эту дверь. Кошки наши тут отдыхают. Вот оно. Все же, куда он пробежал, Володя? Непонятно. Это у нас вот маленькая библиотека над головой. Ой, надо туда идти. И, наверное, он что-то понес домой. А, понятно. Значит, его тут нету. Вернулся в машину, сел. И сейчас скажет, ну-ка давай скорее уезжай. Так, свет включил, стоп, поехал. Игорь стоит другой раз по полчаса тут с собаками. Ну все, поехал. Господи, благослови их. Путь безопасный везде. Все делаем. Вот они где, наши братья, поехали. Вот так. Все. А славу Божию. Вот она наша картина. Вон она где. Вот он, иконостас. Это наши книги. Наши. Наши книги. Ну, все. Что сказать. Это голуби, когда... больные или еще, я сюда их здесь выхаживаю. Это болящая надежда. Благослови ее, Антонина, там. Забываешь произносить, но не знает Господь, что мы... И вот как Володя тут прибил к этой, чтобы держалась полка лучше. О, вон как оно. Вот оно какое дело-то. Ну, печка загорелась. Еще тут, а тут надписи. Ну, тут плохо видно. Все,